Так, фильм номер два. Вот зачем вы меня тормознули и сказали, что это из косточки? Да, это из косточки. Смотрите в глаза всей общественности. Да, с косточки. И яблоки из косточки еще одни вот созреют. И это принесу, буду пробовать. Итак, абрикосы из косточки, значит, родители могли быть не совсем на них похожи. Так, мне нужно еще раз, где эта косточка? А, я вот эти брал. Ну, вы мои, папа, берите мои еще. Не, мне надо... Ну, дай бы тебе эту косточку возьмите. То мы разломили, то Амур. Может, вы эту косточку возьмете? Да у меня таких, знаешь, сколько? Нет, в смысле, разломите, посмотри. Посмотрите, как. Так. Значит, что получается? На данный момент он больше всего, его разбудитель напоминает, ну... Еще у меня больше... То, что я подозревал, это не так. Не так. Значит, что получается? Родитель у него был еще крупнее наверняка. Так. Родитель. Из тех, которые я знаю, ни на кого не похож. В Астрахани крупные. Больше, минутку. Откуда косточка из Астрахани? Угу. А я голову ломаю, думал, из наших местных. Понятно. Астраханцы значит, тоже умеют выращивать? Да. Ну, так у них там... Все понятно. Яблоки. Но вырастили вы? Он доказывал всем, что с косточки можно вырастить, не надо прививать. А вырастили нет, вы? Все. Да, а мы вырастили. Так, ладно. Берите по минутку. Так. Ой. Ладно, что получается? Мелба и саженцы. Да, это мы. Кто вырастил саженцы? Это мы привили. А, вы сказали, привили да, вы. Это привили мы. А другие ну, яблоки у нас, вот 300, я приношу 300, сюда 300, пробовать 300, им. 300. Они непривитые, стволы ровненькие, хорошие. И тоже вкусные? Да, с магазина взяли и посадили. Сейчас Саша мой говорит, в Астрахани с косточки, Оля, выращивают. Давай посадим. И мы посадили. И выросли отличные яблоки. Так, все. Сказал, я понял. А это покупатели, да? Это тоже будете. Вот сейчас вы подошли бы 10 минут назад. Я им говорил, ребята, девчата, у вас уникальные абрикосы. У них необыкновенное, это не он, это вот отсюда. Ну вот вы этот разломали. Вот. Я его так на весу разломал, это... и косточка упала. Это, говорит, хорошее. Но я... Вот, транспортабельность великолепная. Лёшка си. Вот, соки, компоты, варенье. Вот попробуй возьми. Вот, где попробуйте. Нет, отсюда не надо. Сейчас обнесу хорошо. Так, ну здесь уже торговля началась. Я пытался вам помочь. Да. Мне не надо, мне не надо, чтобы лежал. Ну, там... А, вам надо сразу. Да, там уже. Ни на компоты. Да. Покормиться сейчас. Да, сейчас. Так. Поесть сейчас тоже вот хорошо. Компот хороший. А саженцы откуда? Здешние. Ну, здешние кто-то растил? Да. Кто? Это соседка. Соседка, вот молодцы, самостоятельно сильно. Мы друг другу передаем и саженцы, и прививаем. Китайки тут были всегда, размножаются корнями, и то есть корневыми отводками, и поэтому их тут море, и тут любой может вырастить, соседа выкопать. Вот так они разошлись. Ну что еще? А я груши тоже не заметил, что тороплюсь куда-то. Так, сорт не знаете? Сорт нет, не знаю. Так, ну... А грушка какая? Сейчас я пытаюсь понять, какой сорт. Какая, да? Вот у меня интересно. Немножко не дотягивает до космической. У космической наплывчик чуть больше. А вот это... Тоже? Так это один и тот же, только нижняя, верхняя. Вытягивает, нет? У той маленький поясок уже не космическая, так? Угу. Вот, для северянки сильно крупная, так. Ой-ой-ой. Ну и что, вы еще не взяли у них или берете у нее? Память Яковлева. Чуть-чуть не такая. Вот где вы брали саженец? А это мне Сережа Пасечник принес грушу свою. Ага. Ну, вот прямо саженец? Нет, он свою грушу это просто приносит мне, чтобы я торговал. А, понятно. Вы не в курсе, он в курсе. Да. Ну, понятно. Ладно, я вам, наверное, уже надоел. Да.
Я вам уже надоел. Ну, буду заканчивать. Главное, что я узнал, что у нее из косточки абрикоса, это очень важный фактор. Яблоко из семечки у нее. И она вчера приносила, угощала вот такое яблочко, очень вкусное, красивое. И даже с трудом верится, что оно из семечки. Понимаете? Понимаю, я-то понимаю. Ну, ладно, все-таки кто-то что-то сторговал. Да. Ну, а какие, вот эти? Да, хорошие. Абрикос. Понятно. Понятно, моя реклама не помогла. Да, ну ничего, не расстраивайтесь, Валерий Константинович. Да, все вот этот абрикос в дорогу, кто едет, и пожалуйста, далеко. И до Красноярска, и до Новосибирска. Ну, вы теперь знаете, как объяснять. Да, мы это знаем. Ну, тогда еще раз до свидания. Это серия номер 2. Да, до свидания.